Начинаем со срочных сообщений. Над Кубой пропал пассажирский самолет. Ан-26 совершал внутренние рейсы из аэропорта Баракоа, это на востоке страны. На борту могли находиться 39 человек. Самолет принадлежит небольшой частной компании. О том, что с машиной что-то случилось, первыми сообщили родственники пассажиров, когда в назначенное время Ан-26 так и не совершил посадку в пункте назначения. Предположительно, трагедия могла произойти в районе Лас-Террасас. Это горная местность. И вот как только что сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на свои источники, самолет разбился, выживших нет. Если появится новая информация, мы к ней еще обязательно вернемся.